Колесо обозрения в парке Гагарина установили в 1985 году. За 30 с лишним лет аттракцион исчерпал все свои рабочие ресурсы. И сейчас идет работа над проектом нового колеса. Его установят неподалеку от старого. Оно будет высотой 65 метров, что почти в два раза выше прежнего. Новое колесо станет визитной карточкой парка. Оно будет работать летом и зимой. Кабинки оборудуют кондиционерами и обогревателями. Парк Гагарина находится в самом сердце Самары и никогда не пустует. В прошлом году здесь отремонтировали кабельную трассу и помещение пункта полиции. Построили большую детскую площадку. Есть где погулять. Вот сосны нравятся. Лес вот этот вот нравится. Воздух нравится. Внук хожу. Все рядышком. Что сохранили оазис. В черте города, это здорово. Дороги расчищены хорошо, гулять можно. Летом здесь очень много цветов. Спокойно, не вдоль дороги гулять, именно в парке, все-таки чистый воздух. Вот сейчас хотим, чтобы колесо обозрения было, поставили. Создать во всех самарских парках максимально комфортные условия, красиво оформить и оборудовать современными аттракционами. Такое поручение дал глава города. Сейчас в парках обновляют освещение, приводят в порядок коммуникации и ограждения. Мы стараемся делать парки более доступными, более чистыми, более ухоженными для населения. Кроме установки колеса, в парке Гагарина в этом году займутся электричеством и водоснабжением в парке «Дружба» и сквере имени Кузнецова. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.